Вытрите слезы тоски со своих прекрасных лиц, потому что с вами снова остановка не Британия. И, как вы уже, конечно, догадались, Артур и Тимур. Догадайте, кто Тимур. Ну, смотрите, только не перепутайте. Да, ну, друзья, судя по тому, что Тимур заходил, из него из кармана высыпались лепестки роз, можно понять, что вчера буквально был день... Я обокрал цветочный магазин. День всех влюбленных, да, вот. В принципе, этот праздник появился у нас недавно, но он стал очень популярным. День всех влюбленных? Да. Не знаю, мне кажется, что это очередной день, когда... Нужно тратиться. Ну, видишь, в каком-то, в чем-то понимании нужно тратиться. А для меня вот день влюбленных — это очередной день, когда ты понимаешь, что ты совсем один. Опа. Одинок. Опа. Да. Лишний повод поплакать в подушку. Мне всегда нравилось твое... Обняв коленки под... Сколько одиноких бородатых парней сидят у окна. Да. Да, и плачут. И слезы теряются в этой бесконечной щетине на их лице. И она разрастается дальше. Да. Не, на самом деле, друзья, у нас у всех, да, я так понимаю, 14 февраля прошло очень весело. Вот знаю, что ты... Я был на работе. Да, был на... Ну что ты вот сейчас вот портишь? Я был на работе... Вырезал валентинки. Вырезал валентинов. А работает он в канцтоварах, да? Не, работает он в мясокомбинате. Да, не знаю, как вы, но у меня все прошло очень прозаично. Как ты отметил? Я уже сколько лет не отмечаю День Святого Валентина, но не потому, что у меня нет девушки, а потому, что я считаю этот праздник не, ну, не мой. Именно эту причину объясняют 70% одиноких людей. А кто-то говорит, что деньги тратить — это не про него. Не мой это праздник. Я просто по-другому формулирую мысль свою. Не, ну видишь, самое главное — правильно сформулировать. И девушка не обижается. Я думаю, да, на то, что не мой это праздник, ни одна девушка не обидится, да? Да. А вот ты что делал, Тимур? Я... Ты же описал мою картину полностью. Я сидел у окна. Мне кажется, сейчас... Ты тот самый, кто, обняв колени, слушая Фрэнка Синатра, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мурата Тхагалегова, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Представь, сколько твоих поклонниц сейчас вот обрадовались, узнав, что ты... Одинок. Привет, одна-единственная. Представь, что прямо вот из этих камер на тебя смотрит твоя судьба. Слезай с весов, давай ко мне. С весов. Учитывая, что... Я сидел у окна вот так. Ты сидел у окна. Тебе особенно будет приятно, что к нам сегодня придет эта гостья. Это красивая, замечательная, веселая девушка. Мое настроение могло поднять только сегодня. Это Альбина Токова. Это Альбина Токова. У нас в гостях Альбина Токова. Браво! Привет, Альбина! Привет! Приятно! Рада тебя видеть! Такое лучезарное лицо нас озарило здесь в этот после... Не трогай! Вот так вот! Это она! Это на самом деле Альбина Токова. Альбиш, спасибо, что ты к нам пришла. Очень символично, что у тебя сердечки на рубашке. Да. Я правильно назвала эту рубашку? Конечно, мне вчера подарили. Вот. Ух ты, вот. Опа. Это тебе на 14 февраля? Конечно, сердечки. Извини, Тимур. Такой. Я только что увидел, блин, свет зависти в глазах Тимура. Свет прям, да? Свет прям. Тьма зависть. Там была. Да? Тьма зависть. Огонь ярости я сейчас вижу. Я на самом деле спокойно к этому отнесся. Будьте счастливы. Завидовался. Как ты провела 14 февраля? Я 14 февраля не отмечаю. О. Но получаю всегда, у твоего ежегодно, получаю красивые подарки в виде мягких игрушек, в виде цветочков. Это, конечно, очень приятно, трогательно, но все-таки это не наш праздник. Честно, вот, Альбин, очень
восхищаемся именно твоими благородными вот этими мероприятиями, которые ты делаешь. То, что ты успеваешь еще и модой, да, вот заниматься, в принципе, продвигать. Кто знает, а может, расскажи, через несколько лет, да, вот мы будем одеты в пиджак, в Альбину Токову. От Альбины Токову нет, какой-то фирменный знак, такой горный цветок. Нет, конечно, спасибо, конечно. А может, завернутый цветок, да? Не знаю, как вот мой проект именно как модельера, он, наверное... Для того, чтобы быть модельером, наверное, надо иметь еще и определенные ресурсы. Вот. Например, лично у меня его нет, и я стараюсь... Самое главное, стараюсь... у тебя есть вкус. Да. Вот, да. А это самое главное. Ну, не знаю, это со стороны виднее, наверное. Я и не могу сейчас... Глядя на нас, себя... нам необходимо что-то с нами сделать. Нет, насчет этого, да, я принесла с собой кое-что для вас. Именно это мы намекали. А, намекали. Голодранцы! Понимают уже. Уже полчаса тянем. Остановка не голодранцы. Голодранье. Оператор, ребята, заходите сейчас на халяву. Ну, шутки шутками, конечно, я... Но не на халяву. С удовольствием хочу вам кое-что... Да, вот остановка вот. Давайте сейчас это превратим в какую-то новую рубрику, называется «Альбина одевает ведущих». Рекламу закрою я здесь, просто «Этро» написано. Там магнит написан. Просто «Этро» написано. Просто «Этро». Я ее закрою, а так это «Этро», ребята. Вот. Так, эту шапочку... Вот много лет обещала правительство закрыть рекламу, да. Эту шапочку я хочу, так, чтобы надел. Начнется передача «Новый модный приговор». Турик. Это турик. Так, одевай. Нет, не так. Тут надо одеть так, чтобы у тебя сзади вот эта штучка. Вот сейчас меня профессионал оденет, вот штучка, так, чтобы сзади было. Это важно. Так, вот так вот. А эту штучку... Надо будет одеть тебе. Иди сюда. Я пойду кататься на санках. По крайней мере, в нашей команде не будет гайморита. Да, да, да. Такое ощущение, что бабушка приехала. Такое ощущение, что мать, да. Милок! Это, знаете, новый магазин от Альбины Токова. Материнский инстинкт. Материнская любовь. Я хотел говорить перед началом программы, мне уже... А еще что-то... Я хочу, чтобы ты одел этот пиджак. Так, у меня появился новый пиджак. Да. Или мне надо за него заплатить? Ничего себе, мы... Я извиняюсь, что наша передача превратилась в рынок. А есть, есть размер побольше? Вот. А это тебе. О, это мне. Да. На самом деле, снимая вот эту вот, вот этот вот. Это тоже мое. Да, я скажу, что я его брал из тех же нет. Ну, мне нравится. Вот нравится? Да. Покупать? Такой видос. Видос. Да, креативненько. Так, а я добавлю немного свежести весенней в нашу прощание. Как разговаривают такие люди? Саламак. Йо. А как разговаривать? А, вот так, саламак. Йо. Такой, да, вот приехал, чисто вот... Узнал слово. Да, да, да. Как ты здороваться будешь? А я не знаю, я себя со стороны не вижу, вы мне подскажите, как мне. Как со стороны? Он должен говорить, брат, подкинь чуть-чуть. Ну так вот, я должен присесть. Есть там мелочь. Можно еще чуть-чуть сюда подкинуть? Еще ниже? Да. Так вот? Да. Есть чуть-чуть больше мелочи? Чуть-чуть больше мелочи. Не, а ты стильно... Не, ну шутки шутками, на самом деле, мне очень нравится. Я примерно предполагала, что вам пойдет это все дело. Это вот с моего маленького магазинчика. А это знаете, на кого он похож? Халк, который недопревратился. Не до... Только цвет кожи поменял, все. Ну дальше еще. Где мышцы? Я самое главное задумал. Хлопковый капюшончик. О. И такой капюшон кинул и ушел с позором. Не, хлопец в хлопковом капюшоне. Хлопец. Да, вот как раз уже основная часть передачи подошла к концу. Давай перейдем к такой рубрике интересной. Как бы мы тебе приготовили, мы знаем, что ты отличный модельер, вот так вот нас вынарядила, но это мы сейчас все с себя снимем, я так понимаю, это ты нам не даришь. Ты за себя отвечаешь. Я предлагаю передачу так дальше вести. Чтобы подарила, да? Понимаешь, если в этом полчаса сидеть, то уже вернуть не получится. Нет, я это вам оставлю, если вы мне будете делать постоянно рекламу на мой магазин. Во всех следующих выпусках, смотрите. Магазин by Albina Tokov. Я даже больше того скажу, мы будем каждый день говорить, что у тебя там изменилось. На самом деле, это вам подарки. На вот самом деле. Вот так. Вы выторговали мы. Нет, я просто с пустыми руками в гости не хожу.
Я хотела, конечно, что-то сладенькое притащить, но... Не, ну это очень осладило нас. Итак, легким жестом монтажера у нас резко изменился стол. Да, мы хотели, вот мы подготовили для тебя некоторые вещи из личного. Вот, например, Тимур с места работы вот привез свой этот аксессуар, да. Хорошо, что Артур со своего места. Да, вот это с моего, да. Места работы. Это вот с кота Леопольда сорвали вот. По дороге сюда, да. С этикеточкой, между прочим. Да, а это у нас был в гостях... Михаил Боярский, он сюда. Учитель геометрии. Это вот с кинотеатра Артур принес вчера. А это после 12, после оттенков. Да, после оттенков, да. У него до сих пор оттенки. Чтобы посмотреть оттенки, мне пришлось ехать в другой город. Потому что у нас запретили этот фильм. Ну и правильно. Не, на самом деле это не из кинотеатра. Я думаю, все поняли, что это такое. Это для шейхов, да? Все. Ну, не суть. Суть в том, что вот эти все вот вещи, они в твоем распоряжении. В моем? В твоем. Я могу забрать домой? Ты можешь их надеть на нас. Но сделать это так, чтобы мы казались... Я сегодня уже говорил, что у тебя хороший вкус, и мы хотели бы проверить, насколько, что даже из вот этих я вещей... Я думала, у вас политическая передача, а вы, оказывается, меня просто зовете, чтобы ну, мы всех, на вас я так все время. Мы всех зовем... С выгодой. Мы говорим, что политическое, да, сначала. Интеллектуально-политическое. Да, на самом деле, вот такой вот бред тебя здесь ждет. Вообще, у нас политика даже бред. Вот начинается. Орёль. Вот это тебе. Это. Сейчас образы, смотри. Так, 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 вот. Мюнхгаузен. Барон. Это знаешь, что? Это этот, как его? Робин Гуд зажрался. Нет, это барон Мюнхгаузен. Почему так говоришь? Что, давай Тимура, может, что-нибудь. Про Федота стрельнуть. Как бы сейчас ты не лезь. Есть человек с опытом работает. Сюда иди. Сюда иди. Такой кавказский модель. Сюда иди. Сюда иди. Как? Вот так? Вот так? Ага. О, сразу нефтью запахло. Еще какой. И нефтью, и парусом. Такой персидский мачо такой. Я точно могу вам сказать, друзья. Тури, где ты это нашел, а? Я... Все, Альбина, я забираю тебя в свой гарем. Вот так. Тимур, ты даже не представил, что у тебя сейчас на голове. Где мои наложницы? Начинается сразу, да? Тимур, виноград мне! Робин Гуд, смотайся! Магия вещей, видишь как? Тимур, а как ты относишься к... Образ сразу, образ несет. Тимур, меня волнует вопрос, как ты относишься к многоженству? Я отношусь к многоженству позитивно. Альбина, пошли. Альбина, уходи. Альбина, у меня столько денег и нефти. Сколько? Мало. Пока это на мне, у меня просто... Его даже друзья теперь называют АЗС. Полный бак приоры. Этот, как его, везде, куда ходит, он дарит зажигалки, да? Тимур Лукойлович, да? А что ты смеешься? В смысле? Меня я, кстати, недавно видела спортивный костюм, который продавался в одном месте, не буду уточнять где. Ага. Где буквы D на Adidas были наоборот. Абибас. Абибас, да. И женщина вещала. Я вам скажу так, это шьют у нас просто. Нет, и женщина с упорством нам объясняла, доказывала, что это оригинал. А ты сомневалась? Да, держи оригинал, да. А просто когда женщина... на голову мне... Да, это тебе на голову и вот эту чашку. Мне кажется, вот с этим будет компонировать как-то. Вот так вот. Это главный инженер компании Абибас. Вот. Остальное как-то сюда чуть-чуть не то. Это миниатюра обед на стройке. Ну, теперь осталось найти верблюда. Один, два горба. И уходим. Да, да и пошли отсюда. Все на борт, то есть следующая рубрика. И вот, да, вот пока Бермудский треугольник на моей голове до конца не поглотил мои мысли. Как водитель маршрутки ты сейчас сказал. Все на борт. Да. Я более того скажу. Ты более того меня перебил сейчас. А в Шервудском лесе это не прощается. Холоп. Вот так и живем. Итак, вот следующая рубрика, она такая безымянная рубрика, но она заключается в том, что тебе будут максимально задавать вопросы, это будет вот китайский прораб. И ты должна максимально... Абибас. Да, абибас. Малазийский. И ты должна максимально быстро
на них ответит, отключив всякую логику. Я хорошо. Одобряю. Все. Король сказал, поехали. Король. Объект сдан. Так, все, вроде документы у вас все нормально. Готовы? Я буду быстро задавать, ты не задумывайся. Он будет говорить быстро непонятные вещи, как и все прорабы. Да, ты говори как бы то же самое. Поехали. Как выглядит бабайка? Лапочка. Как уходит юность? Медленно в сандалях. Что ты обычно кричишь на дороге провинившимся водителям? Сволочи! Что делают студенты в полнолуние? Гадают. В какой позе спят борцы? Зю. Поза зю. Что написал твой учитель в дневнике, жалуясь на твое поведение? Аморальное. Что бы сказал Тхагалегов, увидев своего клона? Ничего. Он ничего не говорит никогда. Уже не первый раз. Уже не первый раз. Что нужно делать, чтобы быть самым модным? Надо одеваться в магазине By Albina T. Отлично. Вот всем мы самым... Здесь лучше не придумаешь концовку. Мы тут самые модные. Такой салам, да? Салам. Салам на байкеле. Ну ты, по-моему, лучше всех вжился в роль. Нет, ты успешно сдала, по-моему, наше посвящение. Да ничего не успешно, если честно. Очень круто, не знаю, и мне было очень круто. Единственное, что вот это вот на голове мне мешало жить. Сними. Снимите это немедленно. Снимите это немедленно. Новая передача на RIS-24. Я просто, если сейчас, я боюсь, что будет с Тимуром, если он снимет это. Обратно в свою двухкомнатную квартирку. Суровая реальность. Суровая жизнь. От меня уйдет верблюд. Да. Я предлагаю вот это все с нас все-таки снять под конец, потому что нас ждет самое интересное. Несмотря на то, что Тимур этого очень не хочет делать. Тимур, это, по-моему, вообще не волнует сейчас. Что? Передача? Кальян. Кто? Где вообще кальян? Что вы курите, товарищ Сталин? Альбина, на самом деле у нас в нашей программе появилось такое нововведение, новая рубрика. Новая рубрика. Она называется «Один на один». Что в этой рубрике будет? Не надо уходить за гаражи и драться, сразу говорим. Тебе надо выбрать одного себе соперника, с которым у вас будет батл. А что это за батл, ты узнаешь потом. А пока тебе надо сначала выбрать. С кем ты хочешь сразиться? Не знаю, а с кем мне сразиться, как вы думаете? Я тебе сразу говорю. По какому принципу надо выбирать, ладно? Принцип любой, абсолютно. Я вот тебе рекомендую... Самый опасный из нас. Хорошо. Вот так всегда и происходит. Рубрика «Один на один». Альбина. Этот полумрак вокруг нас не случайно образовался. Ничего лишнего не подумай. Это наша новая рубрика, называется «На один на один». И сегодня вот перед нами лежат, как ты видишь, вот эти белые листки. Здесь фотографии наших артистов кавказской эстрады. И суть игры заключается в том, что каждый из нас по очереди будет открывать себе фотографии и рассказывать, что на нем изображено. Можно обмануть, можно сказать правду. Другой участник должен сказать, верит в это или нет. Ну, как в отношениях между парнем и девушкой, верю, не верю, да. Если не верит, брак разваливается. Итак, ну, начинаем. Альбина, я как джентльмен уступаю первый шаг тебе. Я сейчас себя чувствую Дмитрием Дибровым. Да. Ну? Ты должна описать примерно, что на ней изображено. Правду или как хочешь. Один аранжировщик. Его зовут Тимур. Целуется. С Анжеликой Начесовой. Ну, в принципе, это реалистично. В щечку. В щечку. Верю. Веришь? Нет. А, можно посмотреть, реально. Я тебе подсказку дала. Это Сергей Репалов.
И... Ну, в принципе, тоже как-то, ну, по тематике похоже, но... Не целуются. Ну, хорошо, я признаю поражение. 1-0. Мы играем до 3 очков. Так, готовься. Я буду мстить. Какая интересная штука. Так. Артур Халатов на ней изображен. Просто стоит у забора и смотрит на небо, как он куда-то вверх. Артур Халатов. Ну это реалистично, он часто так делает. И смотрит наверх? Смотрит наверх на небо. Как Тхагалегов. Тхагалегов иногда и вниз смотрит тоже. Ну, подумай, посмотри в мои правдивые глаза. Разве эти глаза вообще могут врать? 1-0. Думаю, да. Думаешь, да? Ну, думаю, Халатов там есть. Так, Халатов, ну, теплее. Может ли он стоит у забора, смотрит на... Вообще, сама фотография. Веришь ты или нет? Наверное, верю. Веришь? Думаю, да. Знаешь, не у забора, не знаю. Знаешь, сколько людей так обманул? Нет, 1-1. А что, там Артур Халатов есть? Здесь Артур Халатов, но тут с Султаном Хожироковым они демонстрируют друг друга, как они умеют есть микрофон. Ну, я и не верила, что он где-то там куда-то смотрит. Я просто сказала, что есть Артур Халатов. Умеет проигрывать. Твоя очередь. Тлебзу бьет девушку в багажнике. Тлебзу бьет девушку в багажнике? Тлебзу бьет девушку в багажнике. В принципе, все артисты эстрады этим развлекаются сейчас, но... Все-таки я не верю. Нет, Аслан, он такой добрый, добродушный человек. Я не верю в это. Так, ну... И все-таки... Это осла? Душит. Еще и душит. Какую-то девушку в багажнике. Как я недооценивал наших артистов. Ну что, ладно, 2-1. Согласен. Моя очередь. Да. Так, это кадр из фильма «Чарли Чаплин на Кавказе». Я не верю. Не веришь? Нет. Что Чарли Чаплин и представитель кавказской эстрады. Да. Какой у нас счет был? 2-1. Ты проиграла. Здесь Чарли Чаплин изображен вместе с Георгием Мацукатовым. Да. Но это же не Чарли Чаплин. Я могу оспорить, он похож на Чарли Чаплина. Просто. Жизнь несправедлива. Так, и так у нас счет 2-2. Ничья. У тебя есть шанс сейчас отыграться. Ты можешь отомстить мне. Я вижу, что ты уже хочешь этого прямо отомстить. Решающий ход. Что там такое изображено? У тебя задумчивый вид прям появился. Нет, я просто хочу как-то там Сергей Зверев? Нет, почему? Парень из шоу-бизнеса ест бумагу. Опа. Вот. С вилочкой. То есть сосиску. Бумагу. Ну это одно и то же. У нас, конечно, очень неадекватные представители эстрады, но бывает. Это не представитель эстрады немножечко, он больше продюсер, наверное. Он ест бумагу. Или же он в индустрии, в шоу-бизнесе. Ест с вилочкой бумагу. Ты знаешь, все-таки, наверное... Не знаю, у тебя такие хитрые глаза, что я сомневаюсь, что это правда. Я... Нет. Это правда. Это Георгий Мацукатов. Вот. Ест. Как многого я не знал наших артистов. Да, вот так вот. Жорик, приятного аппетита. Альбина, тебя поздравляю. Спасибо. С выигрышем не за что. Ну что, давай из этой романтической обстановки вернемся в нашу студию. Давай. Еще раз поздравляю. Спасибо. Мы возвращаемся. I'll be back. Альбин, вот как бы не хотелось заканчивать этот прекрасный вечер, к сожалению, у нас хронометраж подходит к концу. И хотелось бы закончить такой ноткой. Я не знаю, ты, наверное, слышал, сейчас везде обсуждается вот эта тема
такой скандальный фильм «50 оттенков», да, вот серого. И дошло до того, что в некоторых... Не, ну нам нельзя говорить, да, раз его запретили, нам нельзя назвать. Давайте будем назвать его как-нибудь по-другому. 49 оттенков... Темно-черного. Девять с половиной недель. Конечно. Очень сопоставимо. На этой оптимистической ноте хотелось вот закончить нашу сегодняшнюю передачу. На этой серой ноте. Да, на этой серой ноте. Я вот подготовил небольшое такое музыкальное обращение по поводу этого фильма. Ну-ка. Здесь... А я пока достану нашего друга. Инструмент. Инструмент. Под мелодию песни «Твой горный цветок». Я вот позволил немного ее послушать и записать такое обращение. А-а-а. Не знаю, как ты отнесешь. Это «Горный цветок», да? Это «Горный цветок», да. Песня обращения о фильме, название которого нельзя говорить. Что за беда посетила наш мозг, будто бы свистнула плеть. Едут все люди теперь в Пятигорск, чтоб кино посмотреть. Все как один поругали роман, сами спешат на сеанс. И от названия этого массовый транс. Ночью и днем только о ней, всюду портрет мистер Грей. На 50 оттенков тому, на губу Богу лучше пойду. Ночью и днем только о ней, всюду портрет мистер Грей. На 50 оттенков тому, на губу Богу лучше пойду. Эва! Сумасшедший! У нас была в гостях Альбина Токова! Поднимай, больше здесь не будет! Вообще, не зовите меня! Сходите на губку Бог, друзья.